Всем привет! Всем привет! Сегодня мы делаем подарок на 8 марта. Смотрите, какая очаровательная бабочка получилась у нас с Улянкой. Это для девочек? Это для девочек. Для работы вам понадобятся ластики для декора, нужны будут эскизы, карандашик, чтобы перенести эскизы на бумагу, нужны ножницы, клей. Глазки я буду садить на двусторонний скотч, вы можете использовать клей. В качестве подарка будет конфета на палочке. Бумага нужна для самой бабочки, что-то потолще. Я выбираю двухсторонний картон розового цвета. И для отделки у меня есть лист желтой и красной бумаги. Первым делом переносим наш эскиз на картон. Вот я вырезала бабочку. Теперь мы будем делать для нее декор. На бумаге красного цвета я обвожу эскиз овалом. Я складываю кусочек бумаги в два раза и вырежу сразу два овала. Теперь нам нужно сделать еще два красных овала. Тоже складываем бумажечку пополам. Нужно аккуратно придерживать, чтобы бумажечки не съехали. У нас получились два одинаковых овала. Большой овал уже нам не нужен, убираем. Берем желтенькую бумагу. Значит, нам нужно два средних желтых овала и два маленьких. Вот мы вырезали декор для крылышек. Его нужно приклеить. Декор для крылышек нашей бабочки готов. Теперь нам нужно сделать что-то, что будет держать нашу конфетку. Я возьму кусочек картона. Значит, кусочек картона, вот он у нас по размеру сюда хорошо подходит. Сворачиваем трубочкой вокруг конфеты. Теперь нужно промазать клеем этот кусочек картона по внутренней стороне. И немножко подержать, а потом промазать трубочку по внешней стороне и прижать к нашей бабочке. Завершающий штрих — это глазки. Мы будем их крепить на двусторонний скотч. Да, у нас мы вот сюда приклеили кусочек скотча, кулечка приклеила, и вот сюда. Смотри, как бабочка летает. Да, покажи. Лайка. До встречи. Если вы хотите сделать как у нас, то зайдите в наш канал и делайте как у нас. Пока-пока. Пока.